Эпопею с дверью уже закончили. Теперь надо сделать нам крылышко. Как мы видим, вот она. У нас складочка на крыле. Здесь у нас это от бампера. Вот они складки. И вот здесь тоже. Вот такие вот неприятности. Сейчас включу желтый свет. Будет контрастнее и будет лучше видно все эти складки и задирчики. Вот здесь то же самое, немножко загнуто. Но это немножко только говорится. На самом деле тут придется поработать немало. Снять, к сожалению, красиво не получается. Но кто в теме, тот поймет, что не так тут все просто. Для сравнения, вот ровный участок. Ладно, приступаем. Тут работа, к сожалению, будет только клеевой. Вот. Поскольку здесь у нас вот в этой части металл подходит, так сказать, сюда ничем не залезешь. А вот с этой только части, вот этот участочек, только здесь можно что-то поправить. Ну, к сожалению, основное повреждение у нас здесь. Поэтому будем работать для того, чтобы сделать как можно аккуратнее, насколько это представится возможным. Вот это у нас вид сверху. Рубец, и ниже еще один у нас на крыле рубец. Еще раз повторюсь, что тут особо крючком никуда не долезешь, хоть сверлись, хоть не сверлись. Вот. Пока что результаты оставляют желать лучшего. Ну вот эту часть уже чуть-чуть подразогнул. Еще начал высматривать, лампу по-другому поставил. Вот, вот здесь увидел то же самое. Так что работа усложняется. Потихоньку, помаленьку выпрямляется.
со скрипами, но тем не менее. Результат. Дверь поправил, крыло насколько возможно поправил. Вот, можно кататься. Ну вот финиш. Что смог, то сделал. Вот здесь на арочке, к сожалению, вот здесь подправить не удалось двойной металл. Вот этот участок. Ну как есть, так и есть. Слегка подполировал, потому что померил тут 0,10 миллиметра толщина. Вот, тут особо не наполируешься. Поэтому вот это вот, еще раз повторяю, не смог я сделать. Ну и чуть-чуть подполирнул. Это сами хозяева пусть там чуть-чуть подзатампуется. Вот. Вот такая вот работа.